Друзья, сегодня с вами Фармфокс. На этом видео мы все же погуляем уже в Польше, друзья. Ведь я шорт снимал, какая Польша, а вот видео большие нет. Кстати, кто смотрит шорт, переходите на большие видео, я тут побольше снимаю всего. Вот так вот, друзья, ну что ж, погнали к видео, погнали! Улицы и какие есть тут дома и так далее, друзья, и магазины. Ну что ж, погнали посмотрим. Так, спускаемся, друзья, с четвертого этажа. Друзья, с мамой пойдем вам и все покажем. Вот так вот, друзья. Вот так вот. Погнали! Хорошо. Ну что ж, в путь. Вот так вот. Также здесь очень-очень много туй, друзья. Здесь иногда-то проезжают мотоциклисты, друзья. Ну, не везде. Здесь очень много верующих. И очень-очень много разных разновидностей растений, друзья. Но больше всего это елка. Точнее, ель. Прикольненько. А это старовинный велосипед, друзья. Кто такой помнит с детства? А ну-ка напишите в комментариях. Заборы здесь большая всего часть из камня. Растения красиво посажены. Ну, вот тут вот так вот выглядит перекрестки, но дома тут ничего почти необычного нету. Ну, только вот это ровно подстриженное дерево. Здесь очень, друзья, любят стричь ровно деревья, точнее кустики, под свой забор. Вопа, комбайн стричь. Ну да, комбайн, только без насадки на собирание, друзья, у нас пшеницы. Вот так вот, вот такой он красненький, красивый. Очень много красивеньких, друзья, декораций здесь. Ну и также есть, друзья, железные заборы. Но вот эти цветочки мне больше всех нравятся. А вот каменно-железный забор, прикольно. Магазин с фруктами. Тут чисто все фрукты. И очень красивые, красивейшие, друзья, у нас декорация. Посмотрите, как декорировали вот этот, друзья, домик. Тут все камушками обложено, красивые растения. И вот такой, кстати, друзья, удивительный дом. Я почти нигде не видел, только здесь. А увидели такой? Пишите в комментариях. Вот так вот ровно стригут здесь деревья. Даже могут быть и поровнее. Вот такая, друзья, здесь пожарная помощь. Вот такая тут. Вот эти двери открываются, и уезжает пожарная машина. Также и камера есть. Много маленьких парков, чисто посидеть. И почти в каждом городе есть такая штучка, друзья. Ложь пластмассовые крышечки, их забирают, переплавляют, делают, наверное, что-то еще из пластмассы. Вот так вот, друзья. Ну, это стригли месяц назад, друзья. Ну, еще, конечно, сохранилось чуть-чуть форма. Красивая ива, но их тут очень редко встречаются они. Ну, такая, наверное, самая частая. Ну, вот тут остриг перфекционист месяц назад, друзья. Ну, как мы все видим, тут чуть-чуть они уже подросли, друзья. Но все же форма у них чуть-чуть сохранилась. И это очень круто. Ну, как же тут ровно не постричь, друзья, если тут проходят люди, правда же? Ну, тут только подстригли. Красивая декорация. Вот такая, друзья, здесь церковь. Вот такая она здесь. Ровно постриженный газончик, и это все очень круто. Тут также посажены эти растения, друзья, наверху на столбах, друзья. На каждом столбе почти. Может быть, через один, хотя я заметил, что через каждым столбом. Видим вот такой конус из растений, цветов. Тут очень любят так делать, друзья, но это явление... Редкое, конечно. Ну, оно встречается. Много клумб, которые построены, друзья, у нас в ряд. Ну, точнее, посажены. Очень много развлечений, ну, в обычном городке. В Польше это, друзья, таких маловато, как у меня город отдыха. Ну, и разные, друзья, колечки и украшения. Ну, которые, конечно же, дешевле. Ну, как бы, да, дорогие на улице не продаются. Прикольно, лампочки поставили. Только зачем их сейчас включили, если сейчас день, я этого не пойму, а вы поймете. Ну то, что посадили возле себя растения, это респект. Ну и природу я, друзья, здесь оцениваю примерно на 7 баллов. Ну, она
Она тут и есть, друзья. Но ее тут часто загрязняют. Ну, как это Европа, здесь есть правила, которые надо соблюдать. Если ты при полицейских, друзья, вы выкинете мусор, то они могут выписать вам штраф. Ну, а в Европе, друзья, штрафы дорогие, так что лучше это не делать. Природа же это самое главное. Наш канал построен чисто на природе. Так что, друзья, чтобы вступить в нашу компанию, будьте добрыми, друзья, вот так вот и все. И не кидайте мусор, не загрязняйте природу. Ну, вернемся к началу, природа здесь есть, и это круто. Встретил, друзья, вот такую елочку, сейчас вам приближу. Вот такие тут красивенькие шишечки, друзья. Как вам они нравятся? Черного цвета, интересненько, конечно. Как же они так структурированы? Красиво, целая туя, друзья, посажена в горшочек. Не маленьких, конечно же, размеров. А ну-ка, живая она? Да, живая туя. Расти, скоро, может быть, тебя пересадят в землю. Ну, а вот, друзья, что я встретил, это рябина. Смотрите, вот такие ягодки, друзья, которые полезные. Ну и в Польше я почти не замечал вообще. Красивые декорации на посадку цветов. Ну что ж, друзья, проверяем нашу фортуну. Берем 2 злотых. Надо попасть в эту железную штучку, она вон выдвигается. Берем эту монетку. 1, 2, 3. Вот так вот, друзья. В общем, друзья, нам не повезло. Не играйте в эти штуки, а то разведут. А кстати, может кто-то спросит, друзья, почему это город отдыха? Потому что я на море. Ну тут есть такие кружки мороженого. Сейчас попробуем купить и посмотрим на цену. Вот эта штучка, сейчас попробуем, посмотрим, что нам у нас получится. Ну, сейчас посмотрим, как это делают хотя бы. Смотрим, друзья. Огроменная вообще. Главное, чтобы не упала. Тут, друзья, веселье, всякие игры. Ну и также, друзья, там, где едят. Ну, в общем, вот так вот. Ну и вот тут парк развлечений. Только тут, конечно, мало людей. Ну вот так вот. Ну это все, друзья. Всем пока-пока. Встретимся в следующем видео. Переходите на новое крутое видео, которое вы не смотрели, которое высветилось у вас на экране. Всем пока.